В России наступил кризис потребления, заявила сегодня вице-премьер Ольга Голодец. Она отметила, что изменилась сама структура потребления. В феврале россияне тратили более половины дохода на продовольствие. В легкой промышленности потребление по отдельным видам упало более чем на 20%. Это препятствует развитию экономики. В то же время труд россиян недооценен, заявила Голодец. Поэтому правительство приняло решение об увеличении минимальной зарплаты. Сегодня же компания Нильсон сообщила, что доля россиян, которые стремятся экономить, достигла отметки в 76%. Состояние российских потребителей эксперты характеризовали как истощение.